Сейчас мы будем делать еще одно упражнение для поясницы. Оно также помогает растянуть поясницу, укрепить поясницу. И не только поясницу, а полностью весь позвоночник. Делать мы будем его на четвереньках. Становимся на четвереньки. Колени врозь, руки врозь. И мы выгибаем спину, прогибаем спину, попу наверх, голову наверх и стоим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А теперь мы выгибаем 8, растягиваем 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз прогибаем 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последний раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И делаем чуть быстрее. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз, наверх, наверх. И на один счет вниз, наверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И еще. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И продолжаем. Еще 16. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И делаем круг. 1, 2, 3. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4. Теперь ставим локти и делаем то же самое. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Вверх, вниз. 5, 6, 7. И повторить. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И еще. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вытянули руки, растянули спину. Сейчас вам покажу упражнение для укрепления и растяжки спины. Ложимся на живот. Натягиваем коленки, руки перед грудью, шея длинная. Выпрямляем локти, плечи вниз, смотрим прямо перед собой. И стоим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаемся. Еще раз поднимаемся, сгибаем коленки и стараемся коснуться до головы. 8, 7, 6, 5, 4. Плечи давим вниз. 3, 2, 1. Опускаемся и делаем 8 раз. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,
8 задержались. И повторим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задержались, потянулись. 5, 4, 3, 2, 1. Легли. Взяли за ступни. И вырастаем наверх. Держим. 5, 4, 3, 2, легли, отдохнули. И второй раз поднялись. 5, 4, 3, 2, 1, отдохнули, сделали вздох. И последний раз. Согнули коленки, выросли наверх. 5, 4, 3, 2, 1. Вздохнули. Ягодицы напрягли, руки позади себя. Подняли верхнюю часть тела и держим. 5, 4, 3, 2, 1. Руки переходят в сторону. 5, 4, 3, 2, 1. Наверх. Поднимаем ноги. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.